Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Свиноматка, поросятки. Два поросенка, ну им уже больше месяца, конечно, месяца полтора. Поросятки, дюрочки у нас, свинка дюрочек. А папа Петрен, поэтому вот тут дюрок Пову Петрен. Вот то мальчик серенький, красная девочка. В принципе, они на продажу. Цена, я так думаю, в районе 900 гривен. Цена очень хорошая для таких поросяток. За праздниками не было времени выложить. Поэтому вот так чуть-чуть затянулось. Праздники были веселые, короче. Ну, сами понимаете. В общем, вот такие поросятки. Кушают, все отлично. Активные, не болеют, не поносят. Провакцинированы были трижды. Ой, два раза были провакцинированы железом. Три раза были проколоты витаминами. В общем, все, что только можно было, сделалось. С ними сделалось, а они... Ну, замечательные поросятки. Что еще хочу сказать? Кушают сухую дерть. Вода отдельно, дерть отдельно. Мама, видите, подъедает. Сейчас мы ее выгоним трошки. Слышу, что про нее говорят сразу на выход. Мама, папа такой кил под 300. Мама тоже кил где-то под 250, наверное. Как супоросная, так за 300, наверное. Поросятки, это двое просто осталось. Было больше их. Но осталось двое, было их, по-моему, 11 даже, 10. В общем, ну, тупо из-за того, что, ну, как бы, основная масса была продана, ее покрыли и праздники. В общем, ну, как бы так, не до этого было. Видите, какие они веселые, прыгают в кормушку, все у них хорошо. В общем, вот такие поросятки, телефон на OLX указанный, звоните. Возможно, даже доставка. Я их привезу без проблем. Подвезу, если не очень далеко. Но поросятки замечательные. Если под кормом занимался, вот такие бы брать, самое дело. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Погнал-ка я ее выгуляю трошки.